Привет, меня зовут Ася, я из Украины. Иван Благинин, я из Краснодара. Василина, я из города Магнитогорск. Маргарита, я из города Ижевск. Федан, я из Азербайджана. Меня зовут Настя. Алина, Ксюша. Рома. Дара. Влад. В первую очередь из-за диплома европейского образца, с которым я могу впоследствии работать и учиться в других странах Европы. Образование в Чехии абсолютно бесплатно. И так как чешский язык схож с русским языком, я думаю, это хорошая возможность быстрее адаптироваться. Потому что здесь крайне много возможностей. Хочу учиться на маркетинг, рекламу и пиар. И когда я узнала, что в Чехии возможно получить бесплатное образование, у меня не было сомнений, что нужно ехать именно сюда. Лет с 11 всегда мечтала в Европе жить. Спасибо преподавателям ПЭЦ, которые находили интересы, пытались как-то настроиться на наш лад. Высококвалифицированные учителя, которые всегда знают, чем нас заинтересовать. И учителя всегда помогают. Они всегда подскажут, расскажут, объяснят еще раз, если ты не понял. Всегда все объяснит по 100 раз, даже если не понимаешь, уже думаем, откуда у нее это терпение, но оно есть. Одни из самых лучших преподавателей, которых я вообще встречала за свою жизнь, прекрасно давали предмет, и все было очень интересно. Всегда живой диалог, и всегда поддерживалась очень приятная атмосфера в самой группе. С преподавателями сложились отношения крайне близкие и доверительные. Я поменялась в лучшую сторону. Закалился характер, появились какие-то новые цели, новые мечты. Спец, я стала более уверена в себе, стала более внимательна и поняла, что учиться действительно нужно, и это поможет мне в будущем. Я очень сильно изменился в плане своего личностного роста, стал более самостоятельным. Этот год помог мне окончательно стать взрослой, и я теперь знаю, чего я хочу. Спец для меня, мои друзья, Прага, хорошее будущее, счастливое, успешное. Для меня Пец – это точка отступа, это какое-то начало, начало новой жизни. А для меня Пец – это новое знакомство. Пец для меня – объединение. А для меня Пец – это новая страница жизни. Пец – это жизнь. Пец для меня – все.